Эй, всем привет, меня зовут Шет, и, ребят, каждый из вас получал когда-нибудь двойку, заваливал сессию, я не знаю, получал по щам, и в этом всем был виноват один-единственный человек, который называется Фейлман, и сейчас я вам его покажу. Погнали! Failman, the man who fails. И как вы поняли, это Фейлман, чувак, который фейлит все. И вот именно сейчас мы за него с вами поиграем. Вам нравятся флешки, ребята, а я, в принципе, не против их снимать. Так что, ребятки, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Так, стоит чувачок возле банкомата. В банкомате нет денег. No cash, no cash. Ладно, можно нажать на стекло. Можем? Ага, буковка F, нам не указывают. Окей, прилетел Фейлман, пробил стекло. Окей, вынес ему денег. И сам такой свалил по крабе. Ха-ха. Приехала полиция, все за ее и загребла чувака. Короче, это что-то вроде тролл-квеста, только с Фейлманом. Супергероем, который хочет помочь, на самом деле фейлит все. Так, девочка хочет шарик. Окей. Ну, тут есть буковка F где-нибудь? Нет, буковки F нигде нету, ладно. Может быть, мы можем что-нибудь нажать где-нибудь вот здесь вот. Эй, Фейлман, твою мать, ты где, братишка? Фейлман, ты мне нужен, приходи сюда, прилетай, эй. А, вот, нужно было нажать на мысли девочки, она и дал шарик. Так, надул шарик с гелием и дал его девочке. Все было бы хорошо, если бы девочка не улетела, но, к сожалению, девочка такая сказала: пока-пока, уи, я улетаю на небеса. И потом упала. Так, ладно, дама стоит на остановке, окей. Проезжает машина и обрызгивает ее. Оу. О, Фейлман бдит! Он ни за что не даст девушке промокнуть и пропасть на остановке соло. Так что он подъехал к ней на своей машине и закоптил ее. Он типа такой осторожно проехался, но закоптил ее. Молодец, драндулет твой, Фейлман, давно пора было починить. Окей, ладно, пацанчик сидит, играет в Mortal Kombat. Тут и Сабзира, и Люкун, и Сабзира. Так, ну что можем сделать? Нажать. О! Ха-ха-ха-ха-ха! Эй, Фейлман! Ты что творишь? Зачем? Типа поиграл с пацаном, он взял и развел телевизор. Так, ладно, у нас горит дом. Так, прилетел Фейлман. Давай ты подключишь шланг к гидранту. Вот так вот. Эй, шланг к гидранту. И потуши пожар, дебил. Пожар потуши. Бочка. Эй, нет, зачем, нахера тебе горючее? Ты дебил, что ли, совсем? Эй, Фейлман, не надо, не жги сраный дом, нельзя этого делать. Господи, это бесполезно просто. Он тупой. Ладно, окей, Фейлман, зафейлил все, но вот тут у нас зомби-апокалипсис. Может быть, хоть здесь ты сможешь что-нибудь сделать правильно и убить всех зомби. Как зомби делают? Как будто пиво перебухал. Так, ладно. На вампиру. На ведьме. И давай зомби. Что? Блин, да ты даже зомби-апокалипсис не смог победить, потому что это был сраный Хэллоуин. Дурачок ты совсем. Ладно. Чувак в пустыне хочет пить. Это что, это вода, да? Ну, ладно. Да, бутылку воды. А, он на Фейлмана стоит. Окей. Нажимаем на Фейлмана, и он прилетает. Опаньки, приполз. Так, давай раскапывай. Копай, твою мать. Копай воду. Во, можно лопатой. Вау. Так, и что это? По-моему, в воду так не делают. Ну, ладно. Лол. Черная была. Это нефть была. Твою мать. Это же, точно, это же Египет с нефтью, со всей фигней. И чувак вместо того, чтобы попить, нажрался нефти. Отлично спас просто. Ладно, деревня, значок члена, какой-то чувак со спецслужбами, холмы. Ладно. Электричества нету. Так, Фейлман подвел к нему электричество. И он замкнул себя. И Фейлман взял. Электричество есть! Это было слишком тонко. Я не понял. Ну ладно, забавно. Окей. Бандит. Бандит какой. Ладно. Трещина в стене. Ну-ка. Опа, она разрастается. И отсюда выбегает Фейлман. Отпинывает его. И, блин, да ты думал, ты спасешь ограбление банка, а тут взял и съемки зафейлил. Вот же Фейлман, чертов хрен. Так, котик на дереве и бабуля. Мяу, мяу. Че в коробке? Бензопила. Не-не-не-не, я знаю, что ты сейчас будешь делать. Не надо, не делай этого, Фейлман. Ты не должен рубить дерево. Ты должен просто взять, снять котейку и отдать бабуле, понял? Фейлман, сними котейку. Фейлман, сними котейку. Сними котейку, отдай бабуле. Фейлман, твою мать. Ну, я ничего не могу кликнуть. Я не могу никуда больше кликнуть, кроме как на бензопилу. Супер, Фейлман. Не делай этого. Ну, блин, выбора-то особо нету. Поздравляю, молодец, ты спас котейку и убил бабку. Умница просто, ты дебил. Ладно, свадьба, бутылка шампанского и буковка F у чувака на... у жениха на рукаве. Окей. Так, он не может открыть бутылку. Ага, нажми на буковку F. Призыв Фейлмана. Так, потряс. И попал пробкой в глаз невесте. Молодец, Фейлман, просто красавчик. Умница, я тобой горжусь. Так, опять нам маленькая девочка. Девочка, не плачь. Кукла. Что сюда показываешь? Это что? Это трубочка, соломинка? А, окей. Ну-ка, давай. Выбухивай все, что можно. Ха, лол. Он выпил весь сраный пруд. Сумасшедший просто Фейлман. Ладно, давай куклу девочки. Ну, в принципе, все нормально, только убил, конечно, всех рыб, но... Молодец, Фейлман. Умничка. Ладно, идем дальше. Уточки. А, машина, стой! Господи. А, стой! Нет, нельзя уточек давить. Не дави уточек, а! Твор! Почему я нажимал на машину? Она взяла и сработала. Ладно, дубль 2. Давай. Сейчас вот тут поедет машина. Стоп, машина. Так, вторая машина. Стоп, машина. Так. Еще одна машина. Стоп! Да твою налево, Богоматерь! Ладно, дубль 2. 13 уровень. Самый, походу, злостный уровень. Потому что тут сраный пиксель хаддинг. Нужно именно нажимать в точно куда-то. Вот. Остановил. И давай вот здесь. Стоп. Есть! Я спас уточек! Я спас этих уточек! И сраные машины получили по заслугам. Будете знать, как давить уточек. Ублюдки! Ну ничего, все нормально сейчас. Так. О, это препод в нашем универе. Реально, похож очень. Ладно. Addiction Games. Success. Это я сделал... Так, я зафейлил уровень. Ладно. Буковка F на клавиатуре. Нажмем ее. Так. Ошибка 404. Что? Зачем ты это сделал? Это было странно. Это было ненормально. Ладно, ой, какие милахи. И Фейлман такой влюбленный. Ха-ха, ми-ми-ми-ми. Ладно, и он подбирает все ближе. Осторожнее, люди, он все ближе. Фейлман все ближе, ребята, нет. Господи, он их качает. Он... Милота какая. А! Как, зачем ты это сделал? Безумный дурак. Ладно, продолжаем. Чувак стоит возле бутика одежды, который распродажа, и ждет девушку, да? Да, он ждет и не знает, что делать. Ладно. Где буковка F? Ага, я вижу буковку F на Fashion. Так. И Фейлман такой. Ну ладно. Фейлман зашел, вышел в виде девушки. Господи, я напугал чувака. Молодец. Пришла его девушка и начала бугортить, что какого хера тут какая-то шлюха с небритыми ногами пришла. Забавно. Ладно, зафейлили уровень. Так. Стой! Автобус! Блин, чувак не угнался за автобусом. Ладно, это был фейл. Ой, я могу утыкнуть машину. Фейлман проткнул колесо автобусу. Так, чувак бежит к автобусу и... Успевает! Молодец! Он успел на автобус, только автобус больше никуда не поедет. Молодец, Фейлман! Горжусь тобой. Так, пошел нахер! Не бейте бедного чувака! Джастина Бивера оставьте в покое! А вот это вот было забавно. Джастин Бивер ее пиу полетел нахер. Так, ладно, у чувака сломалась машина. А, кончилось масло, что ли? Или топливо кончилось? Фейлман подбирается все ближе и переделал его машину. О, но она работает. Зато она работает, чувак. Поехал. Я не понял, чем тут за фейл. Конечно, он разобрал его машину в полную хламину, но машина хотя бы поехала. Это уже неплохо. Ладно. О, господи. Нет, только не это, только не это. Нет, только не луна, только не луна. Ракета, фейлмановская ракета. Быстрее, быстрее. Лети на ракете. Затмение солнечное. И Фейлман летит на своей фейловской ракете, врезается в луну, ее взрывает к херам. И конец света наступает. Голос Маркиплайера здесь вообще в тему. И это у нас эпик фейл. Он взял и просто уничтожил мир нахер. И такой довольный полетел. Воу! Мы летим, мы летим, мы летим. Красавчик. И чё, все? Да, вот такая вот была короткая игрушка, ребят. Ладно, если вам понравилось видео, поставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал, вступайте в ВКонтакте. Подписывайтесь на Твиттер, Инстаграм. Ссылка есть в описании. Пишите в комментарии игры, в которых видишь, я поиграл. И на этом все, друзья. С вами был Шет. Увидимся в следующих видео. Всем удачи и всем пока!